Об истории и деятельности Американской торговой палаты в России студентам Казанского университета рассказала ее вице-президент Татьяна Рагузина. Уже 22 года организация содействует развитию торговых отношений между Россией и международным сообществом. На данный момент палата объединяет более 800 российских и международных компаний и служит площадкой для регулярных специализированных мероприятий. Практически все крупные компании, которые есть представлены в России, они, естественно, в членах Американской торговой палаты. В банковской сфере очень много американцев. И самые разные, как я сказала, они все имеют право быть членами палаты. И не только американские компании, мы открыты для всех. Студентам Казанского университета вице-президент Американской торговой палаты в России дала понять, что бурно развивающийся Татарстан привлекательна для инвестиций республика, и организация делает все возможное, чтобы привлечь сюда американские компании. Кстати, ассоциация уже установила тесные связи с правительством республики, и все идет к продуктивному сотрудничеству. Если вы пропустили лекцию, подробное интервью Татьяны Рагузиной можно увидеть скоро на нашем канале в программе «Экономикс». Диана Вакян, Руслан Уразаев, Универньюз.